Приоритеты для шанхайской десятки обозначил Касым-Жомарт Токаев на саммите ШОС. Первым важным направлением он назвал укрепление кооперации в области безопасности. А в этой части президент предложил принять соглашение о мерах доверия в военной сфере. Еще одной актуальной задачей он назвал повышение уровня кибербезопасности, отметив необходимость выработки специального механизма постоянного обмена информацией, а применение лучших практик и передового опыта. Вторым направлением глава государства обозначил расширение торгово-экономических связей. Здесь было предложено создать базу экономических преференций ШОС, а также разработать механизм финансового обеспечения проектной деятельности на базе МФЦА. А в завершении глава государства остановился на укреплении транспортных связей, связанности путем создания эффективных коридоров, надежных цепочек поставок. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность дальнейшей синергии китайского проекта «Один пояс, один путь», транскаспийского международного транспортного маршрута и трансевразийских коридоров по направлению север-юг. Для реализации этих планов президент инициировал принять практические меры по созданию партнерской сети стратегических портов и логистических центров.